Итак, продолжаю. Библиотека. Сегодня открытый день, рабочий. И вот это административное здание, куда я сейчас пойду, там штрафы выписывают, в общем, что-то, как оно называется-то, даже не помню, пару раз ходил, мне выписывали штрафы. В общем, как бы не по теме. Аннулировал их. И рядом Липфраункирхе, церковь. Пойдем посмотрим, поспрашиваем, какого года это здание. Заодно интересно, насколько есть информации у этого здания. То есть вот здесь я вижу дату. Так, ладно, фотографию сделаю еще. Надо будет прочитать. Вижу 1035 год, 59-й. Приближу вот так. Ну, пойдем поспрашиваем, посмотрим, что тут интересненького увидим. Здание явно примерно по ощущениям, по виду, ну где-то тоже к церкви относится, скорее всего. Вход интересный. Окна явно переделаны, как в замке в Вернигородах. Тоже косые сделали. И вот там библиотека, которую я уже снимал. Также вот мы видим стяжки серьезные. Я их не видел. И пойду, пожалуй, здесь чуть-чуть. Пойду, пожалуй, сниму, что я там уже интересненького увидел. Ну, там вот вижу тоже лестница вниз. Тут дверь одна большая, одна маленькая. Я пройду сюда. Ну, окна вот. Ну, в общем, с той стороны этого здания очень сильный перепад вниз. Кто не видел, посмотрите предыдущие видео, там я показывал это здание, говорил, что это административное здание. Оно очень высокое с той стороны, а с этой всего лишь два этажа, и вижу, что окна под землю, как бы, ну да, как всегда. Ну, что-то около 2 метров. Ну, дверь, если 2 метра, то 2 с небольшим. Это часть церкви. Здесь стены явно не хватает уже. Здесь тоже отчетливо видно, ну тут понятно, там огромный перепад, к сожалению, туда выглянуть нельзя, наверное, сейчас трону ручку. Так, Тюремер Шлиссен. Всегда закрывать, открыто, это здорово. Так. Ну вот здесь перепад видно, и туда еще ниже уходит. Пойду я схожу туда, поспрашиваю, посмотрю,
что там интересного увидим изнутри. Ну да, тут очень интересно. Тут такой серьезный вход. И так глубоко он уходит. Ну, явно закрыта ручка, только с той стороны открывается. Не знаю, будет видно, не будет видно. Сейчас подойду. Чтобы было видно перепад какой. Там еще выше ступеньки. Ой, как интересно там внутри. Вот здесь бы походить. Да. Очень круто. Сейчас сниму вход. Здесь дверь заложенная. Но эта дверь, к сожалению, тоже закрыта. Тут стоит уже 1553 год. Сверху непонятно, что там за цифры. И вот там непонятно, символ какой-то, 5, опять символ 5 и Z. Интересно. Ладно, пойду вовнутрь. Ну вот спросил, сказали, можно вниз сходить. Очень интересно, вот эта стена высокая. Что за кабинка? Интересно, очень интересно. Огромная арка была. И что тут было? Огромное окно такое. Насколько мы спустимся? Очень интересно. Ой-ой-ой, какие стены тут толщины. Вот там внизу, с той стороны, я снимал это здание снаружи. Интересно, он закрытый, нет? Может, нет, закрытый он, скорее всего, автоматически при пожаре открывается. Так, туалет. Дверь там какая-то на выход. Здесь какое-то подсобное помещение, ступеньки, смотрите, здесь все переделано, здесь ступеньки куда-то сюда шли, резкий обрыв. О, да, тут зубилами немножко потюкали, это я и проделывал, когда работал с каменщиком, зубилами их под старину, хотя, по-моему, это было все позже делалось, но не буду, конечно, утверждать, но очень прикольно, очень. А, вот эти ступеньки я снимал снаружи. Здесь лифт, но я понимаю, что здесь еще все идет гораздо ниже, очень низко все уходит. С левой стороны от меня получается еще все намного ниже. Вот оттуда я только что снимал. Так, подозреваю, скорее всего, эта дверь закрыта. Или, ну, дернуть-то. Ну да. Ой. Ну попробую что-нибудь заснять. Ой. Блин.
получается. Жаль. Ну, вижу там тут отражение, ничего там не видно, к сожалению. Ладно, пойду теперь сверху похожу. Здание просто потрясает меня. Вот это вот все строили в те года. Надо все просчитать, высчитать, выложить, обработать камни. И причем вот я вижу, здесь старые камни, их уже просто подолбили зубилами, чтобы они не выглядели, скорее всего, ровными. Ладно, пошел я дальше. Ну, поспрашивал, да, говорят, по табличке спереди 1035 год, 59 год. Спросил, как тут насчет съемки. Сказали, все нормально, все открыто. Это меня очень радует. Ну, конечно, не все открыто, потому что нижние уровни не смог я ниже пойти. Все-таки ниже закрыто. Так, странно. Дверь низко, ну ладно. Все это немножко странно как-то. Ступеньки, то есть надо подниматься вверх, чтобы пройти туда, через оригинальную дверь. Это все немножко как-то непонятно. Ну, по поводу окон, как я сказал, видно, что они переделаны в косые, так же, как и в Вернигородах, в замке. Посмотрим. Здесь тоже отчетливо видно переделки, о, колонны. Так, это я уже, получается, если с этого уровня взять, я не знаю, какие этажи тут теперь, ну, получается второй этаж с этого уровня, если с центрального входа. Здесь что было? Такое окно или дверь? Ну вот, как люди рассчитывали, сколько она может выдержать. Так я понимаю, вверх уже пошел. Это позднее строительство. Здесь уже начали употреблять больше дерева. И пошло наверх. Но здесь мы навряд ли сейчас что-то интересное увидим. Тут уже все под современный лад переделано. Пошел я наверх, схожу еще. О, и здесь стяжка серьезная, и потолок такой фигурный. Так, насколько я смогу подняться. Ага, тут как раз вот этот настроенный верхний этаж. Уже дерево, кирпич. Ну вот, на колонне шарик. Очень интересный.
похожий, гранитный. Ну, а нет, пластиковый. Прикольно. Ну вот, я на такой высоте сейчас. Это получается третий этаж, если с этой стороны смотреть. А с той стороны, даже не знаю какой. Это надо то видео смотреть, где я с той стороны снимал. Так, что тут на гербе? Тут стоит 1554 год. Ну и вот этот с той стороны видно уже современный вид у него. Сейчас покажу. Так, справа, слева даже показывать не буду, мне интересно. Ага, вот с той стороны я снимал. Оттуда. И все, это уже конечная остановка у нас. Добрался я до самого верха, к сожалению, до самого низа нет прохода. Жаль, но все-таки да, тут все уже с дерева. Ну, пойду еще там. Первый этаж немножко я видел, потолки интересные, там сниму. В этом месте я специально сделал акцент на потолки, чтобы было понятно, какое количество здесь камней и какой это вес, и также отснял более подробно именно колонны.
Вот я пошел с самого верха, в другую дверь зашел. И отсюда хорошо видно, какая высота, можно сориентироваться. Получается, я спускался где-то вот, где вот окна обделаны, примерно туда ниже нету прохода. Здесь уже все в современном стиле, поэтому не вижу смысла снимать вот так. Сверху вот здесь только покажу, но это я уже спустился чуть-чуть. Сейчас еще похожу чуть-чуть, посмотрю, может что-нибудь еще интересное найду.